Всем доброе утро! С вами мастер спорта по карате Алексей Панкратов, чемпион России, тренер-преподаватель спортивной школы «Орел Карат». Сегодня проведу для вас разминку, зарядку утреннюю, не совсем обычную, а со спецификой нашего вида спорта карате. Мы с вами сделаем один из основных наших приемов. Это прямой удар ногой вперед, называется «Майгери». Для начала приступим. Небольшая разминка. Руки вверху в замочек, наклоны в сторону. Начинаем. Раз, два, в другую сторону. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем упражнение прогиб назад. Два наклона к полу. Ладонями достаем пола. Назад. Раз, два, три. Назад еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. К этому же упражнению добавляем наклоны к левой, к полу, к правой ноге. Тоже по два раза. Раз, два, раз, два, раз, два. И прогиб назад. И еще раз. Раз, два, раз, два, раз, два. И прогиб назад. Закончили. Следующее. Выпад вперед. Левая нога вперед, правая назад на носки. И немного качаем вперед себя. Раз, два, три, четыре. Поменяли ножки. Другая нога. Раз, два, три, четыре. Еще раз поменяли. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Сели на правую, левая нога в сторону, носок смотрит вверх. И переходики делаем. Перешли, чуть продавили, обратно. Раз, два, три, четыре. И еще разик. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Остались. Делаем переход в сторону. Носок смотрит вверх. Колено прямое. Наклоны к прямой ноге. Прямой ноге. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поменяли ноги. Сели на правую, левую вытянули. Носок вверх. Колено прямое. Прямой ноге. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Хорошо. А теперь переходим непосредственно к самому удару. Выполним сначала несколько подводящих упражнений. Наша позиция – ноги на ширине плеч. В карате эта стойка называется хэйкэдачи. Руки у подбородка. Выполняем мах. А правой ногой касаемся колено касается плеча. Резким движением. Колено плеча коснулось, ставим на место. Один счет, один раз. Раз, на место. Два, на место. Три, четыре. Другой ногой, левой. Раз, два, три, четыре. Хорошо. То же самое теперь добавляем по диагонали. Правое колено достает левого плеча. Приготовились. Раз, на место. Два, три, четыре. И наоборот. Раз, два, три, четыре. И соединим эти упражнения. Теперь один счет. Достаем. Колено достает плеча по прямой и по диагонали. Раз, вперед, по диагонали. Два, вперед, по диагонали. Три, вперед, по диагонали. Четыре. И другой ногой. Раз, вперед, по диагонали. Два, три, четыре. Хорошо. И теперь переходим непосредственно к удару. Чтобы выполнить майгери, это у нас прямой удар ногой вперед. Чтобы правильно его выполнить,
разделим его на три части. Выполняем, начинаем с правой ноги, выполняем. Первый счет, раз, подъем бедра, чуть выше пояса. Два, непосредственно сам удар, резкий сброс ногой вперед. Три, ставим ногу в исходную позицию. Напоминаю, стойка называется хайкодачи, колени чуть согнуты, ноги на ширине плеч. Раз, колено. Два, удар к себе. Три, на место. Другой ногой. Раз, колено. Сжатое, чуть выше пояса. Два, удар к себе. Три, на место. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. И теперь с учетом этого стараемся выполнять этот удар на один счет. Приготовились. Также выполняем раз правой ногой, раз левой ногой. Руки у подбородка, колени согнуты. Раз. Удар к себе на место. Два. Удар к себе на место. Три. Удар к себе на место. Четыре. Поставили назад. И еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. И назад. Хорошо. Это был удар у нас, прямой удар ногой Майгэри. А в карате у нас, чтобы был сильный удар ногой, должны быть крепкими у нас мышцы живота и спины. В качестве заключения нашей сегодняшней зарядки мы выполним упражнение на укрепление мышц живота, мышц пресса. Сейчас ложимся на спину. Голову отрываем от земли, руки кладем под ягодицы, ноги прямые. 5-10 сантиметров от пола оторвали. Один счет, плавно поднимаем вверх и опускаем вниз. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Хорошо, то же самое, поочередно ногой. Раз левой ногой, раз правой. Раз, опустили, правой. Два, левой. Три, правой. Четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Это была у нас зарядка с чемпионом. С вами был мастер спорта по карате Алексей Панкратов. Всем хорошего дня и занимайтесь спортом.